почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литцева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Всем известно, что мы покорили мир несколькими килограммами книг. Толстого, Чехова, Достоевского, и что наша русская литература имеет статус мировой, а мировых, включая нашу, всего 5. И что французский писатель и философ Валерий назвал 3 чуда света в области культуры: античная трагедия, эпоха Ренессанса и русская литература. Все так. Но специалисты с большой грустью отмечают, что мы уже не самая читающая страна в мире. Сегодня Россия на 7-м месте. Нас обогнали Индия, Филиппины, Египет. Очень печально. А ведь художественные книги читать не только модно и нужно, но и полезно. Если вы, разумеется, не хотите вести растительно-овощной образ жизни. Англичанка, журналистка, телеграфа, профессиональный комик Вив Гроскоп, когда была подростком, прочитала Анну Каренину, Толстого, и это навсегда изменила ее жизнь. Из обычной британской, совершенно нормальной девочки она превратилась в горячую поклонницу всего русского языка, литературы, мышления, живописи. Русскость стала ее любовью и страстью. Она жила и училась в Москве и Санкт-Петербурге. Изучала русскую культуру на протяжении многих лет и написала книгу «Саморазвитие по Толстому. Жизненные уроки из 11 произведений русских классиков». Здесь и доктор Живаго, Пастернака, и Реквием Ахматова, и Евгений Онегин, Пушкин, и «Преступление и наказание» Достоевского, и «Три сестры» Чехова, и «Один день» Ивана Денисовича Солженицына, и «Мастер и Маргарита» Булгакова, и «Мертвые души» Гоголя, и «Война и мир» Толстого. Безусловно, Вив Гроскоп не претендует на литературоведческое исследование, не претендует на глубокое понимание литературы, но ее книга – свидетельство, как минимум, мощи русской культуры. Ее книга напоминание не только о том, что все мы ближе друг к другу, чем кажется, но и о том, что прошлое ближе к нам, чем мы готовы признать. «Саморазвитие по Толстому» – это ода общечеловеческой мудрости 3 столетий русской культуры. Мудрости настолько глубокой, что ее можно понять даже в переводе и несколькими веками позже. Все же великое общество читателей забывает о национальности и гражданстве, погружаясь в хорошую книгу. И если что-то может нас спасти в этом мире, полном гнева, страха и неуверенности, так это великая литература и глобальное сообщество единомышленников-читателей. Книга Вив Гроскоп «Саморазвитие по Толстому» безусловно сократит любые расстояния между народами эмоционально, психологически и географически. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».